Всем привет, друзья! Меня зовут Станислав Ребятуша. Это у нас очередной инди-хоррор на экране. К сожалению, название очень тяжелое, поэтому я вам ее читать не буду. Но тем более, я не знаю, что это за игра, даже она очень старенькая. И при этом нету ни английского, это, по-моему, даже какой-то португальский, я не помню, какой язык. Я записываю на веб-камере, я давно, конечно, не записывал на вебку. Попробую сегодня. Она, конечно, что игра громкая. Настроить ее нельзя. Ставить себе расширение экрана, но мне и то не надо. Тут есть выход, вот это выход самый последний, Carrefour, вот это новая игра, новый GoGo называется. Ну что ж, давайте поиграем сегодня, я название не смогу нормально прочитать, как он называется, я не знаю, меня скинули эту игру очень давно, что в прошлом году, а игра вообще не знаю, кого, очень старенькая вообще. Ладно, Enter, чтобы начать играть, а Escape, наверное, выйти, да? Давайте Enter, ну что ли. Не знаю, будет страшно мне. Since unknown, где ты понимаешь, что написано уже? Мина эспоя, кинзя анзюн. Я ни хрена не понимаю, что они хотят с меня. Звук хорошо так идет, классно. Как это пропустить, можно? Это надо читать, я прочитал, все, можно дальше играть. О, я прочитал, наконец-то. А пробел надо было нажать, ну ё-моё. А я не понимаю, что ты с меня хочешь, блин. Язык, это же не английский даже. Ой. Ни хрена, можно пропустить это? Давайте попробуем. 70 кадров, круто. Ух ты, ё-моё, ну и графон тебе, чувак. Тачка какая-то подъехала. Ух, собаки гавкают, я все слышу. Вороны каркают. Это психушка Маут Месси. Outlast 3 часть, да, наверное? Ну, не знаю, куда мы приехали. Так, слышно было, как кто-то вышел из машины. И что, черный экран? Круто. Сто чего? ХП? Ух ты, ё-моё. Резкость нормальная вроде бы. Так, вот моя машина. Блин, да тут ни черта не видно, вы чё прикалываетесь? Так, ладно, я приехал на белой тачке какой-то. Какие-то номера, не понимаю. КС написано, вот эти один КС. Ладно. Уйти сюда не могу. Бегать ты, не умеешь. Там что-то написано, сейчас мы туда пойдем. Психушка, наверное, какая-то или чё? Эй, куда-то мы приехали, короче. Там что-то вот написано. Сейчас мы подойдем, прочитаем. Так, сар, чего там? Ты поближе подойди лучше. Чего? Санаторио. Санаторио религо дос анджиос. Спасибо. Санаторий, ребят, мы в санаторий приехали. А что в санаторий ночью ехать-то, а? Ну ладно. В санаторий, ребятушка, санаторий, походу. Ладно, тут вход есть, окейшки. Кто-то... Тут, походу, никого нет, мне так кажется. Тут все разбросано. Да, мышка, по-моему, не очень так быстро. Цветок нарисованный, прикольно. Вот, прикольно, так. Ты смотри, там конвертик. Кровишка, нормально, да? Опа. Черт. А то сюда, что ли? Открывайся, сука. Блин, не открывайся, скотобаза. Так, ой, наушники, тихо, аккуратно. Ладно, почапали. Где мои обратные наушники хреновые? Вы заметите, что у меня наушники не очень-то хорошие? Вы заметите. Ладно, так. Кстати говоря, на улице там, если туда показывают, то еще день у нас. Даже вечер, ну вечер, короче. Еще не ночь, поэтому не думаю, что так страшно должно быть. Ключика у нас нет, и я не знаю, что делать. Где-то рядом даже есть валяться, наверное, да? Да или нет? Я что-то не понимаю. Ну где-то в машине они должны быть. Страшная игра или нет, сейчас мы проверим. Скамеечка. Ночь на дворе. Смотри, там свет есть, значит кто-то еще есть. Там, кстати, одна мигает, а нет, две. Значит, кто-то там, дискотека какого-то там, ладно. Натуре, ё-моё, блин. Португальский, может польский, а не, вряд ли польский. Польский это не похоже. Ладно, расслабились. Спокойно, вот цветочек можно понюхать, все нормально. Вот, а тут постоянно вот это будет, вот это мне надо вот такое. Я понимаю, что я попалась. Нет, я не понимаю, что это написано. Форте Мун. Я не понимаю, что вы мне хотите. Я не знаю, что там написано даже. Да. Это что-то страшное будет, смотрите. Там везде цветы, вот эти, блин, картины. Значит, одна из картин на меня нападет. По-любому. А это я хожу. Ну, ладно. Ой. Ты скримери будешь? Тихо. Чё ты, чё?
Что такое уже? Вы только играть начали играть. Ты что, лагануло что ли? Я поярче себе сделал, чтоб я все. Кто дверь вышиб? А ну дверь, сука, запили мне. Тихо, блин, так нельзя резко в наушники, блин. У меня наушники на всю громкость стоит. Меня, наверное, не слышно. Ну и нахер, я оборачиваться не буду. Я не знаю, какая это игра. Если что, я наушники сниму. Ух ты, ёпта. Ох, там какой-то доктор был, что ли. О, ёбан. Да, я посмотрю потом на вебку. Так, сердцебиение. Киевский. Я проиграл? Нет, не проиграл. О, здорово. Спасибо, куда ты меня тащишь? Домой, наверное, да? Ты мой друг, да? Ну, я нажрался, но бывает, блин. Я больше не буду так напиваться. Зачем ты меня тащишь, блядь? А почему ты в кетчупе весь? А что у тебя там топор или что это такое? Там плохо видно просто. Ребята, я не знаю, как будет видео с таких мерцаний, блин. То не в России это вряд ли поправишь нормально. Ну, попробуем. Я даже времени ставлю. Я не знаю, сколько мы будем играть. Я сейчас посмотрю. Ну, давайте поиграем еще. Так, о, привет. Что, мне ноги отрубил? А, это сон всего лишь был. Нормально. О, я в какой-то палате уже. Вставай, давай. Тух, ноги в него есть, прикиньте. Круто. О, у меня походу встал. Либо я случайно это заметил. Блин, почему так мерцают все? Кстати, ребятуши, я его установил, вот эту игрульку. Вот когда... Хотя я установил на первый Windows, и у меня два Windows, если что. И на этот, и на тот установил. Сейчас мы играем на 32-битных. Телефон говорит, ладно. Сейчас мы возьмем трубочку. Чё меня так трясет, ё-моё, не колебай. Блин, ой, как трясет это. Такой неприятный звук, правда, да? О, Nokia, прикольно. Use a depreto, а ште, бля, шо там написано? Nokia у нас, круто, смотрите. А, вот так, да? Так, улыбаемся и машем. Что там? Open, option и выход. Наша девушка. Стой, куда ты убрал? Ты? Дай телефон сюда. Телефон дай. Я хочу подпалим, ну ладно. Поверни телефон. 12 часов ночи, ага. Какая-то... Что такое? Кто дверь открыл? Так, курить не хочешь, не? Исповедаться тоже не хочешь. Ну ладно, смотрите, какая у нас кровать вроде бы нормальная. Поверни телефон. Как тебя повернуть? Вот так, все, вот так и будешь ходить. Ух ты. Да, ребята, что тут как в Cryo4? Походу это движок от Source, мне так кажется. Потому что двери тоже так открываются странно. А может и Silent Hill пахнет здесь. А может и Resident Evil очень сильно похоже. Открывание двери. У нас есть Nokia. Ой, ёпта, да ём, чё так резко по... Привет, как тебе ответить? Ты такая стрёмная, я не хочу с тобой разговаривать, девушка. Дверь закрыта. Ну нахер тогда? Фуфор, фафаур, мантер, эздем. Чего, чего? Блин, я не понимаю, идите в жопу все. Ой, блин, ладно. Что там мука, ё-моё? А, это наушники. Ты как будто кот какой-то муркает, блин. Видео выпускай, сука. Чё я так испугался? Она была открыта, дверь эта. Не, я не пойду. Я знаю, что там скример будет какой-то, да? Ну ладно, пошли дальше. Тихо, не колебайся. Я тебя сфоткаю, напомню. Можно? О, можно. Кто там стукает? Ты мне что ли звонишь? Как тебе ответить, дура? Достань телефон свой гребаный. Я не знаю, как тебе ответить. Извиняй. Понятно. Идем дальше. Кто стукает? Бля, пошел его. Ты чё? Иди отсюда, блин. Ты, ё-моё, блин. Ребята, от этой игры можно стать психом. Оно так мукает, мне уже на мозги давит. Тихо, ё-моё, вы чё? Не надо так мукать, блин. Да тихо, блин. Я не буду оборачивать свидетель в жопу, блин. Она совсем не в ухо мучает. Вот эта игра. Охренеть. Можно я пройду? Спасибо. Ой, блин, ты стул, ты чё, охренел? Вздумал меня пугать. Успокойся, дура, я не буду оборачиваться. Иди в жопу. Блин, проституция, прикольно. Можно сфоткать? Отлично будет. Все видео будет смотреть, как увидит эту фотку.
Чеха. Ключ. Чего? Тренгаду. Опа. Понятно. Придется ключик еще. 100 хп. Хорошо, у нас Nokia есть. Это самое отличное. Nokia прикольная, кстати. У меня такого не было, конечно. Так. Чё тебя так колебать? Мне ж ты... Ты чё, можешь прыгать? Ого, прикольно. Псих. Ну ладно, пошли обратной стороны. Так, ну ладно, возвращаемся обратно, ребятушки, мы еще чуток поиграем. Думаю, блин, пролезай, жирняка. И закончим серию. Так, ладно. Нам надо зайти быть в эти комнаты, по-любому. Другого варианта у меня нет. Прикольно, что это летает такое? Но оно некрасивое. Оно не подходит под эту игру. Ох, не сюда, по-любому. О, ключики. Успокойся. Я задницей выйду. Ха-ха-ха. Я тебя на дуре вижу. Ладно, у меня ключик есть. Это самое главное. Ладно, ребятуши, я одну серию запишу. Я эту игру проходить не собираюсь. Просто поиграй. Посмотрю, что это за анди-хоррор такой. И все. Пока меня не убьет это. Так, все, открывайся. Открывайся. В смысле? Неокон зидио фазер лигаузо ликао не нум хума ком эсте кулер кулинерия ёба. Я не понимаю, что там хотят менять. О, ой, там чьи-то ножки. Это твои, что ли, ручки? Тебя как вообще зовут, дорогуша моя? Уйди с экрана. Тут мух есть, так. Мухи. Там какой-то человек ушел, я видел тебя. Да, это крафиром пахнет сильно. Очень сильно. У меня уже, у ребят уже потемнело, да, заметили? Ручечки. Иди сюда, я хочу потрогать. Я хочу тебя потрогать. На-на-на, я тебе дам. Хоть потрогать меня, а я не подойду. Псих ты хреном. Давай сфоткай. Можешь как-то, вот, блин, убери свои, блин, ладно, так сфоткай. О, спасибо. Чтоб на память было нам. Так, стул мне показывает, что мне сюда надо было идти. Ну ладно, пошли. Уйдем за... Стой, придурок, блин. Что, думаешь, я не догоню? Куда ушел? Мразь ты. Это докторишка тот, который на ноги типа отрубил, да? Ой, как будто взрыв был. Прикольно. Ой, прикольно. Давайте мне, чё чёрный крен такой? Так, ладно. Длинный коридор. Значит, что-то будет. Сколько там минут осталось? Я время уже поставил? Мы уже все читали. Нет, я тебя не просил. У меня есть свой телефон. Чё ты мне показываешь? Так. Так, ладно. Я тебя пору. Я такой голос где-то слышал. Я даже знаю, кто это озвучивал. Это, походу, этот чувачок, знаете, блин, я... Дорогая, мы убиваем его детей, точно. Чего это все? Я сейчас буду устанавливать все игры. Это он, по-любому, я вам отвечаю. У него тоже такой голос, писклявый. Чё ты орёшь? Пошёл вон отсюда. Где сюда, блин, дура тупая, блин. А чего я не испугался, не знаю. Видимо, должен был. Но она стрёмная была. Зачем я буду, блин, поддаваться на её вот эти крики? Я лучше спокойно себя буду вести. Там поворот есть какой-то? А, есть. Как будто оно всё там магнит такой, да? Вот это было ожидаемо. Ой! Чё ты сказал? Ночная мантия? Я не помню, ты даже сказал. Тихо. Посвети себе туда. Точно. Санто Дюэс, окей, эстарал. Коконта, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Там бэй, фальми, фальмизар, радириадо. Может, это испанский, итальянский? Не, это не итальянский.
там такой более-менее нормальный. Я не понимаю, что хотят. Я даже читаю неправильно, я понимаю это. Вот, заморозили, да? Пожалуйста, можешь светить туда вперед? Нет, твое лицо ни к чему. Да какая-то тварь на меня нападет, я вам отвечаю. Такой уж думай, сука. Ой, ой, убили походу. А что, я должен бежать? Все что ли, новая игра, хрен. А нет, ребятушек, вот это, наверное, нет. Ну ладно, пошел. Иди в жопу. Ай, больно. Блин, 50%, 25. Ой, больно. Шопу. Опу. Блин, телефон упал. Ладно, ребятушки, тут походу есть еще и контрольные точки, но я не знаю, если вы хотите, то мы ее пройдем обязательно. Если вам понравилось такое веселое занятие бегать по психушке, а по нас по санаторию, ну хотя это одно и то же. Видите, ребятушки, санаторий это как психбольница. То же самое, не отличается ничем. Поэтому, ребятушки, если понравилось вам видео, не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на канал Лайкбудильник. А это был у нас очередной дехоррор. Не знаю, как называется, забывай, блин, название очень тяжелое. А так, ребятушки, понравилось видео, не забывайте ставить лайк. С вами был я, Станислав. Встретимся в следующих инди-хоррорах. А возможно и второй серии. Посмотрим по лайкам и просмотрам и комментариям. Все. До скорой встречи. Всем пока-пока.